Селена Свей, и сегодня мы будем говорить о том, как быстро, классно и красиво удлинить наши превосходные волосы и еще придать им объем. Итак, волосы я буду использовать от марки Irresistible Me. По-моему, так она называется. Вот пришли они вот в такой коробочке. Честно говоря, у меня были до этого волосы, но не из натурального волокна. Они еще до сих пор где-то лежат, какие-то я подарила. Они были из искусственного волоса. Конечно, там очень много минусов, что не покрасишь их, не накрутишь толком. И нужно подбирать цвет. Значит, смотрите, когда они приходят, волосы разделены на две части. Видите, вот здесь немножечко и здесь основная масса волос. А вот основная масса волос, она заклеенная. Вот это открыто. Это сделано специально для того, чтобы перед тем, как использовать волосы, вы открываете, пробуете, прикладываете цвет там или еще что-то. Может, вам что-то не понравится, да, там цвет или длина, чтобы вы могли это вернуть. Единственное, что все это, конечно, за свой счет будете делать потом, возвращать и так далее. Но все равно, как бы, да, хорошо, это удобно. Дальше в основной массе, если все подошло, мы распечатываем вот эту штучку, что я распечатала, да. И что же мы видим? Что же мы видим? Я уже здесь, конечно, по-своему все сделала, видите? О, волосы, они очень мягкие, классные. Так, снимаем резиночку. Все оно в такой вот было, видите, но все очень хорошо было запаковано, то есть прям хорошо. У меня идет, я напишу под видео, сколько у меня грамм, какой набор у меня. Но здесь их очень много, что даже мне их все для волос не нужно. Значит, в комплекте идет одна вот такая большая, густая, сделанная прядь. Она очень густая. Она, знаете, во сколько? В раз, два, три, четыре ряда. В четыре ряда. Сделано очень естественно, потому что здесь идет, знаете, густота, и к низу оно, как естественные волосы, оно уменьшается. Поэтому, когда прикрепляешь, очень естественно смотрится. Сделано все на супер-мега заколках. Реально, потому что то, что было у меня, и всякие лайфхаки, которые придумывают вот сюда, знаете, типа резиночку для того, чтобы не скатывалось, всегда съезжали все мои волосы. И я уже, знаете, думала, ну нафиг это надо, вот реально, где-нибудь опозоришься, вот так вот пойдешь, оно слетит, надо подкалывать. Здесь же вообще, ну, намертво крепится. Я серьезно говорю, то есть я почему задалась целью покрасить свои волосы, сейчас будем тонировать вот эти волосы, да. Здесь реально очень классные крепежи, они держатся очень круто, то есть с ними не страшно, ветер подует, там прическу какую-то сделал, ходишь, супер. Вот такие вот здесь заклепочки расстегиваются. Вот здесь вот вы можете видеть прорезиненная штучка, но она отличается от многих других, вот, потому что я брала другие волосы, реально. Вот, очень хорошо клепится. Вообще, многим девчонкам я смотрела достаточно одной вот этой вот, да, но у меня волосы такие, они, знаете, густые, мне недостаточно, хотя, может быть, и достаточно. Смотри, как приколоть ее, да? Но я использую несколько прядей разных. В общем, вот такая вот на 4. Потом идет 2 вот такие на 3. Потом идет 5 штук по 2. И 2 вот такой, вот такие вот 2 по 1. Я выбрала себе цвет. Самый белый вообще, который там был. Называется он Platinum Blonde 200 грамм. То есть у меня комплект 200 грамм волосы. Длина у меня самая длинная, которая там была. Сейчас я здесь не разберу, наверное, какая длина по буквам обойти. Значит, смотрите, что мы будем делать сейчас. Я покрасила свои волосы уже, да, я подобрала, пошла к профессионалам, чтобы мне подобрали краски, чтобы мне подобрали к моим, притонировать волосы немножечко, да, и чтобы я затонировала эти волосы. Сейчас я их буду красить под свой цвет волос. Использовать я буду краситель Deluxe, Estée Deluxe, в номере 1075, окрашены мои волосы сейчас в него. И использовать я буду Oxygen 1,9, ну, вперемешку, может, с тройкой. В общем, что-то там между будет. В общем, тройкой можно смело тонировать. Сейчас я затонирую пряди волос, которые мне нужны для удлинения волос. И высушу, и потом и покажу. Кстати, на одной из прядок волос, я такую взяла, единичку, я экспериментировала с разными цветами, да, тонироваться. Потому что я не хотела использовать Estelle, хотела использовать что-то, в общем, искала. Здесь мне не понравился цвет зеленцой, здесь мне тоже не понравился цвет немой, здесь очень темный взялся. Вот. И потом, в конце концов, когда я пошла уже к профессионалам, мне вот подобрали более-менее мой цвет волос и сказали, что и чем покрасить. Так что сейчас будем красить, и надеюсь, что все будет замечательно. И эту прядь я тоже закрашу, потому что я цепляю сюда в
вперед. Не очень хорошо смотрится вперед. Вот я разложила свои волосы, повесила вот так вот их на двойную простыню наверх, вот здесь вот, и подвесила их вот так вот. Мне удобно на моем уровне, удобном, да? Вот здесь, кстати, пока я красила вот эту, я не использовала ничего, ни бальзамов никаких, поэтому вот эти более такие гладкие, кажется. Но сейчас мы ее затонируем все, и я все это как бы уложу потом. Смотрите, все это мы еще с вами будем делать на влажные волосы, поэтому я вот попшикаю, начну с большой. Весь процесс показывать не буду, просто саму суть, чтобы вы понимали, как я это буду делать. Потому что у меня в основном оксид это полторашечка, там двушечка, да? Немного троечки добавила, чтобы она не оставалась. Ну что, мои хорошие, я подкрасила волосы, подтонировала их под свои. В принципе, они где-то отличаются, где-то нет, я не идеально все крашу. В целом, в общем-то, все нормально, подтонировала. Все мои будут смываться быстрее, чем эти. Итак, что я делаю? Я, в общем, разные варианты. Я еще большую такую вот красила. Но вы знаете, я подумала, что ее можно вообще не цеплять. У меня на самом деле свои достаточно густые волосы. Я вот хочу удлинить, да? Кому-то я слышала и смотрела обзоры, кому-то достаточно вообще одной вот такой вот пряди, да, четвертой. Не обязательно такой большой набор весь брать. А мне, например, удобно небольшими. В итоге я буду использовать одну вот такую вот на три. Две на две и две по одной. Как я это буду делать?
Сейчас я накручу одну прядь, чтобы вы видели, как она держит локон. И накручиваем на мою любимую плойку Дюволь. Очень классную. На 180 градусов. Вот такая вот у нас прядка получается. Ну, длинные волосы, знаете, да? Под тяжестью они... Вот. Короче, шикарно держит прядь. Вот я подкрутила волосы, и обычно я делаю вот так. Так, вот так. Естественные кудри. Ой, шикарные. Как обычно я делаю все на волосах. Прелесть. И сейчас я прикрепила всего лишь одну большую прядь сзади. Все, это у меня с одной пряди. То есть... Еще можно добавить туда, просто сейчас не хочется все крутить, и уже вечер другого дня. Еще бы сюда я добавила две, и тоже их поднакрутила, и все было бы тогда замечательно. Ну а так вот, в принципе, с одной большой, многим я же говорю, только ее хватает. Ну что, мои хорошие, вот мы удлинили мои волосы, и я счастлива, мне очень нравится что-то новое, необычное. Для фотосессии вообще замечательно, для каких-то вечеринок, выступлений, для каких-то съемок вообще супер будет. Ну и вы, наверное, будете меня частенько видеть с этими волосами длинными в видео. Вот, все ссылочки полезные я оставлю внизу, кому что-то понравилось. Если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте эти вопросы. Доставка у них достаточно быстрая, где-то в районе 10 дней. Очень быстро все приходит курьером на дом. Если кого-то заинтересовали эти волосы, то под видео я оставлю полезные ссылки. И более того, я оставлю код, который даст вам возможность взять, ну, все приобрести себе с 20% скидкой. Этот код постоянный, у него нет времени ограничения. Единственное, что скидки, они не суммируются. То есть не должно быть скидки на товар, который вы будете брать. И вот 20%. Так что проходите под видео в инфобокс, там очень много полезных ссылок. Все. Я с вами прощаюсь, была рада поделиться такой красотой. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.